Сенатор от Чувашии, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадим Николаев накануне свой рабочий день провел в Новочебоксарске. Он встретился с жителями города спутником, стал участником круглого стола «Непрерывное экологическое образование», а также проверил качество школьного питания. Вопросам питания школьников сейчас уделяется большое внимание. По мнению специалистов, от рациона зависит не только здоровье, но и качество знаний детей. В средней школе номер 3 Новочебоксарска сенатору показали столовую, а также предложили продегустировать блюда из школьного меню. Все приготовлено из фермерских продуктов, местных производителей, а члены попечительского совета учебного заведения рассказали, как они следят за качеством и рационом питания своих детей. Представители попечительского совета школы один раз в месяц посещаем школьную столовую. Обращаем им внимание на санитарно-гигиеническое состояние столовой, чистоту в помещении, санитарное состояние пищеблока, хранение суточных проб, соответствие меню возрастной категории учащихся. В столовой школы номер 3 190 посадочных мест. Старшеклассники могут выбрать себе еду, а также есть диетическое меню. У нас очень красивый обеденный зал. У нас на кухне поставлено высокотехнологическое, высококачественное оборудование. Организовано питание учащихся. 96% учащихся у нас охвачены горячим питанием. Начальные классы практически 100% охвачены двухразовым питанием. Вадим Николаев отметил, что сейчас в республике по сравнению с другими регионами делается многое для обеспечения школьников качественным горячим питанием. Я не зря задал вопрос, наедаются ли дети, взрослые. Понятно, сейчас у нас идет акселерация немного. Дети уже, понятно, те нормативы, может быть, даже не вписываемся мы. Ничего страшного, понимаете? Все можно менять. Если ребенок хочет кушать, если действительно так, да, почему бы пересмотреть эти нормативы питания детям? Связаны калории, там, энергия, все это, и объемы, все это. Понимаете, все же жизнь меняется. То есть это не тот закон, который нельзя менять. Может быть, менять надо, чтобы ребенок не отвлекался каждую перемену, столовой бегал, и он чувствует не сытый. Татьяна Молокова, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.